тепловым сетям Петрозаводска в этом году исполняется 60 лет. За это время предприятие прошло долгий путь от угля до цифровизации. На сегодняшний день ПКС тепловые сети включают 277 километров сетей и 16 современных котельных. На предприятии трудится 371 человек. С праздничной датой работников и ветеранов предприятия поздравил глава республики. Артур Парфенчиков вручил руководителю компании Александру Сафронову благодарственное письмо коллективу предприятия за высокий профессионализм и вклад в развитие жилищно-коммунального хозяйства в республике. Наши сегодняшние люди, которые действительно добились таких результатов, когда наша компания признана одной из лучших в Российской Федерации с точки зрения автоматизации процессов управления теплоснабжением. Сотрудники тепловых сетей Петрозаводска не только хорошо работают, но и умеют как следует отдыхать. Накануне работники ПКС вместе с семьями приняли участие в зимней спартакиаде. Взрослые соревновались в индивидуальной лыжной гонке, смешанном биатлоне, заездах на традиционных санях и стрельбе из лука. Все активно участвуем в этом спортивном мероприятии и планируем в будущем каждый год такое мероприятие организовывать. Замечательное настроение, замечательная погода, замечательный праздник. Просто здорово.